Скумбрия. Скумбрия. Рыба семейства скумбриевые, обитающая в основном в водах Атлантического океана, а также в Северном, Балтийском, Мраморном, Средиземном, Черном морях. Скумбрию можно встретить на обширной территории, от берегов Исландии до Канарских островов. Часто скумбрию называют макрелью. Скумбрия – ближайший родственник окуня. Рыба сравнительно небольшая, максимальная длина тела скумбрии достигает 60 см, а в среднем составляет 30-40 см. Тело узкое, похоже на веретено, чешуя мелкая, плотно прилегающая к телу. Скумбрия – рыба благородная. Она обладает приятным вкусом, ценными питательными свойствами и большим промысловым значением в этой связи. Мясо скумбрии состоит из белков, жиров, воды и золы, витаминов группы В, минералов, таких как калий, фосфор, цинк, фтор-хлор, сера, натрий и марганец. В белке скумбрии содержатся полезные аминокислоты, а в жире – жирные кислоты. Скумбрию вполне можно причислить к жирным видам рыб, количество жира в мясе скумбрии составляет до 30 грамм на 100 граммов, то есть порядка 1/3. Чем севернее обитает скумбрия, тем больше в ней жира. Белок у скумбрии легкоусвояемый, он усваивается организмом в 3 раза быстрее, чем белок говяжий или куриный. Ненасыщенные жирные кислоты в составе скумбрии имеют важнейшее значение для профилактики сердечных заболеваний. Они являются сильными антиоксидантами, предупреждающими старение клеток и омолаживающими организм. Скумбрию рекомендуется включать в рацион, однако, имея в виду большое количество жира, злоупотреблять этой вкусной рыбой не нужно. Калорийность скумбрии составляет порядка 230 килокалорий на 100 граммов. Регулярное употребление мяса скумбрии в пищу способствует оптимальному синтезу белка. Скумбрия полезна при беременности и лактации, она увеличивает количество молока у кормящих матерей. Скумбрия полезна детям и подросткам, для оптимального питания организма в период роста и для поддержания баланса белков, витаминов и минералов в организме. Также скумбрия очень полезна для мозгового кровообращения, а также для кожи и волос. Регулярное употребление скумбрии даже в небольших количествах помогает снизить уровень сахара в крови. Из скумбрии готовят множество вкусных и питательных блюд. Скумбрия запеченная, жареная или фаршированная, скумбрия. Сардины. В масле с пряными травами, скумбрия отварная, заливное из скумбрии, скумбрия холодного и горячего копчения, перечислять изысканные блюда из скумбрии можно бесконечно. Скумбрия очень любима французскими поварами, из скумбрии готовят изысканные холодные закуски с различными пряностями и соусами, идеальное блюдо к холодному белому вину и сухому шампанскому.